Ребятки, всем привет, с вами Александр, Monster Land, и нам предлагают еще разок сразиться с Террорайзером. Он у нас уже есть, полностью прокачанный. В общем-то, можете зайти в плейлист Monster Legend, или просто по поиску на канале найти Террорайзер и увидите его прокачку с лучшими ударами. И, в общем-то, Арни говорит, смотрите. Так, ну а мы заходим сюда. И получим вторую статую. Кстати, я проверил, статуя Ванаса у меня уже вторая. Собственно говоря, то же самое будет и с Террорайзером, я так понимаю. Так. Что мы можем сделать с помощью такого такого набора? Ничего, по-моему, мы не сможем сделать. Ну, давайте так, чисто по приколу повоюем. У него 1 300 000 вообще. Понятия не имею. Чем можно его убивать? Горение ему по барабану. Ну, два металюги. Ну да, был бы удар с намагничиванием. Можно было бы его немножко подымажить, но... Но все равно это очень мало. Так. Ну, а Барбадос... Его может спасти только... Как вы понимаете, врата, адские врата, которые его отхиляют. А так он по-любасу самоуничтожается. Ну вот, пусть будет так. Кстати, этот гаденыш может себя ж подхилять немножко. Ну, одержимость на него не сработает, естественно, и кошмары тоже. Бесполезный удар. Ну так, чисто по приколу. Да. Так, ну где? Нам тут нужен что? Ну, либо Фенрир, либо Таймерион. Но иначе так мы будем долго, конечно, его убивать. Минут так 15. И все равно, в конце концов, он нас может легко добить. Не помню, какая у него суперка. У него там, по-моему, достает миниган и валит. Только что этот удар дает? Так, пожиратель выносливости, когда у нас там появится? Уже появился. Ну тут не знаю. Вольтик, как бы зашел здесь Вольтик? Ну Вольтик бы снимал по там тысяч по 130, 150. Может быть. Так, ну по-моему уже Барбадосом ходить нельзя. Нужно ждать суперудара, пока у него появится. Та-да-да-да-да-та. Так, сейчас будет первый ход нашего противника. Так, мы 3 минуты его держали в забвении, так сказать. Ну вот, он и его и вынес. Это было ожидаемо. Ну что, металюга. Давай, минутка славы тебе перед смертью. Опачки, он снова... А, не то! Я хотел его парализовать. Неплохо он так бабахнул. Опачки, снова пожиратель выносливости. Ну, довольно быстро у нас как-то проходит. Он всего лишь разок нас успевает атаковать. У него удвоение урона было. Это с какой радости. Спи спокойно. Блин, ну на него же это не сработает. Да, сила 0. У него иммунитет. Вообще бесполезно. Это обидно. Никакого урона даже не могу нанести суперударом. О, во, во,
вот этот удар. Ну все, по-моему, всех завалил. Кровотечение. Ну все. Так, это мы так поразвлекались. Давайте ему Final Countdown. Типа мы победили еще на прошлом ходе. И сейчас пора нам выходить из игры. Сейчас мы его тогда по Бэрику. Опачки. Он в ответ. Это была битва суперударов. Ну, миллион жизней, конечно же, победил. Так, давайте сделаем вот так. Тогда берем нашу классическую троицу. Так. А почему классическую троицу? Хотя можно. Давайте попробуем. Сейчас возьмем. А, что пробовать? Мы ж точно знаем. Так, нам не нужен никто. Барбадос я возьму. Я возьму Барбадос. Барбадос, иди сюда. Так, вот Барбадос. И Таймерион. Все. Мы его сейчас на второй ход завалим. Давайте сожжем у него выносливость на всякий случай. Блин, неправильно сделал. Надо было элитные морские войска. Он медленнее, чем Барбадос. Но он в любом бы случае. В любом бы случае проиграл. Вот так вот. За 3 хода. Ну, можно за 2 хода его завалить. Вот так. Раз, два, и все готово. Нет, не хочу я. Не хочу я денежек. Не хочу, я хочу или рунку, или кристаллы. Но третий раз я не буду. Еда. Ладно, фиг с тобой. Ну, вот такие вот дела, ребятки. Вот так вот по-легкому мы получили себе статуэточку. А что у нас здесь еще остается? Остается мне еще 2 боя. О, 2 очочка. Давайте как раз сейчас с этим делом разберемся. Так. Элитные морские войска. Так, что у нас есть у Таймериона? Давайте остановим время для Лейса. Как раз освободим путь для Барбадоса. Кстати, на него же давайте наложим эквалайзер. Ну, чтобы было легче его убить. Поиздеваемся немножко. Усиляем себя, естественно. И 100% урон, и точность. Короче, всех сейчас просто сносим. Вообще-то я соскучился уже за Вольтиком. Ну, просто Барбадосом быстрее проходить эти рутинные подземелья. Вольтиком все-таки долго бить. Хоть у него и стоит 9-я руна на скорость. Так, а у меня там стоит 2 6-х руны, они дают по 70%. То есть у меня 150%. А, по 100%. 6-е руны энергии дают по 100%. То есть у меня 200% энергии. Так. Тебя уберем. Иди ко мне, мой Вольтик. Вот он. В общем-то, так что лучше его сделать невозможно. Но поставить 10-ю руну на силу можно. Скажем так, даже 10-я руна на энергию даст 150%. То есть будет меньше. Но хотя, если поставить 2 десятых руны на силу и 1 десятую руну на энергию, это может быть эффективней. Мы за меньшее количество ударов сможем наносить больше урона. Но это надо на листочке посчитать. Там-там-там-там-там. Ну что, понеслась. Распределяем нагрузочку, так сказать.
Так, чудесно. Пора колбасить нижнего. Снова нижнего. Верхнего. Промазал. Представляете себе? По двоим промазал. Караул какой-то. Так, ну не хватает, да, не хватило энергии. Из-за промаха, в принципе, не хватило. Ладно, не будем издеваться уже. Делаем суперку. И все. Ну, у него суперка не очень сильная, потому как бы... Мне в моем раскладе иногда может не хватать энергии, чтобы появилась суперка. Нужно нанести 20 ударов, чтобы гарантированно там 5% появилась суперка. Как бы, но на нее рассчитывать просто не особо, особо не стоит. Она ничего не решает. Всего лишь 20 тысяч урона. Так, ну все, ребятки, тогда на этом все. Терроризер пройден, еще с тайгой сразились. Осталось мне тут одно подземелечко. До скорых встреч!